Начался праздник с народных игр и забав. Пройти мимо пестрого и бесконечного хоровода было невозможно. Развлекали публику студенты Челябинского института культуры. Это все генетически находится в человеке, и необходимо это пробуждать, так как проявляются истоки, корни. Надо прививать молодежь к народным традициям, ну и все-таки это все наше родное, поэтому мы должны его помнить и ценить. Гости фестиваля с лихвой окунулись в атмосферу славянской культуры. Они могли посидеть в горнице, смастерить народную куклу, сплести пояс или свалять себе сувениры шерсти. Горожанам предоставили возможность сыграть на народных инструментах. Очень интересно и как-то помогает отвлечься от всех проблем, экзаменов. Да. Танцы очень интересные, потому что здесь веселятся, здесь классно и очень круто. Я вот из Египта, у нас не такой важный, но мне тут интереснее, чем у нас в Египте. Кульминацией торжества Дня славянской письменности и культуры стала яркая концертная программа. Кроме местных музыкальных коллективов, выступили и гости из Кургана. Ансамбль «Цветень». Открывалось представление песни «С чего начинается Родина». Начинается Родина с картинки в твоем букваре. Венера Каримова, Василий Ермоленко, Роман Поротиков, 31 канал.